пришла долгожданная посылка. Здесь два комплекта по 8 штук. Один будет на запас, ну, один будет на полную установку. Но для начала надо проверить. Часы. Также следующий проверяем. Закрыто, закрыто. Нормально, отлично. Все, комплект есть. С этим будем потом разбираться. Ну и вот в процессе ремонта нашли аналогичную коляску у нас в шоуруме и решили подключить, проверить. Будем проверять. Так. Вот подключенный наш пульт. Включаем. Скорости переключаются. Гудок работает, ну, кнопка старта работает, соответственно, вперед поехала, назад со звуком поехала, лево, ой, лево-справа я перепутал при подключении, наверное. Ну, в общем, в принципе, понятно. Да, лево и право я перепутал. Сейчас переподключим и проверим еще раз. Все, переподключили, проверяем лево-право. Влево и вправо. Так, нормально. Нормально. Вперед. В общем, пульт полностью рабочий. Все, стоп, хватит. Вообще не поворачивай на перец скорости. И надо, значит, запрограммировать, попробовать еще. На, программируй. Проверяем тест программатора. Работает на нем или нет. На первой скорости. На поворот вообще не работает. Ну, надо выставить, да, если хочешь доброе дело сделать. Давай сделаем доброе. Сколько, 50 поставишь или 60? 40. 40? Ну, давай 40. Че красный загорается? Потому что значение здесь завысить тоже, надо. Тоже надо сделать все. Да. Сохранить здесь? Сохранить. Нет. Вот это да. Вот-вот, прямо до конца, слева. Ну давай, программируй. Только здесь тоже поднять, да, надо, да, до 40, а то не сохранится. Красная будет. А где второй ты говоришь? Второй разобранный. Давай я. А что это? Есть разница? Конечно. Я сейчас, подожди, поставлю. Соберешь? Так,
телефончик. Ночью нужен. Хорошо. 40 ставим, да? Да. Все, 40 стало. Ну-ка. Где 40? Вот, видишь? Ну вот, сейчас, подожди. Надо здесь же тоже 40 поставить. Не надо, 40 здесь не надо. Ну ладно, не зачем? Буду. Зачем? Ладно, все, хорошо. Сохраняй все. Сохранил. Все, выключаем, проверяем, да? Подожди, выйди. Выходи. Подожди, ничего не надо. Сейчас проверим еще заново. А, сохранилось или нет? Да. Ну давай, включай. Заодно проверим программатор, можно выходи, подцепиться. Да, все сохранилось, выходи. Проверять будем скорость. Вот видишь, сделать добрый... Подожди, выключить надо. Ну давай. Вот. Лучше стало на первой. Плавненько, хорошо. Конечно, на первой. Вообще не ездил. Вообще не ездил. Вперед давай. Вперед мы ничего не делали. Ну вперед нормально, там 99 стояло. Все. Да. Все, да, можно переключать обратно, да? Нормально, не надо сильно. Аккуратненько, габариты соблюдаем. В общем, программатором все работает, джойстик работает, да? Нормально все теперь, со скоростью совсем, да? Можно отдавать.